Мої вітання в ефірі «Спортпідсумок». Перший домашній матч сезону хмельницьких гладіаторів дали турне подільських легкоатлетів і велосипедистів і доленосна перемога футбольного клубу «Поділля». Про гру мільйонів сьогодні ми поговоримо детально з нашим гостем, президентом футбольного клубу «Поділля» Євгеном Бейдерманом. Вітаємо вас. Здравствуйте. Отже, скажіть нам, будь ласка, чи виправдала ваші сподівання команда «Поділля», яка грає в другій лізі чемпіонату України з футболу? Вы знаете, неоднозначно. И да, и нет. И мы понимаем теперь, сколько много мы проделали и сколько много еще надо будет сделать. Но нравится то, что личный рост игроков и построение командной игры все-таки у нас удался за этот сезон. Це великий плюс. Конечно. Останній домашній матч був дуже важливим, його по праву можна назвати доленосним. Він, власне, вирішував, чи продовжує команда виступати в професійній лізі в новому сезону. Чи налаштовували команду на перемогу, як працювали тренери, які були настанови? Ну, ви знаєте, і ребятам, і тренерському штабу особо нічого говорити не потрібно було, всі все розуміли. Понимали, насколько тяжелый будет матч. Это был самый тяжелый тур за весь чемпионат. Во-первых, с нами играла очень хорошая команда. Это дубль на сегодняшний день, уже дубль премьер-лиги. Ребята все хотели проявиться, чтобы попасть в первую команду, чтобы их увидел тренерский штаб. Вот, поэтому видно было, и у них был настрой. Вот. Но игра была очень тяжелая, но мы достойно ее победили. И заслуженно, я бы сказал, заслуженно. Хотя игра была очень тяжелая. Так, гол забили вже наприкінці матчу. Чи хвилювалися ви, чи вірили все ж таки, що буде влучання? Очень, очень волновались. Ми поняли, у нас уже, в принципі, ми смотрели матчі паралельні, вот, і понимали, що нам достатньо нічий, но ми всегда, я тренерському штабу, ігрокам говорю, надо виігрувати і не считати. Пусть считають наші суперники. Новий сезон для Поділля вже стартує в липні, поки є невеличкий проміжок часу, скажімо так, що це буде за час? Це час відпочинку чи тренувань? У нас молоді ребята, віддихати вони будуть вже на пенсії. Вот, поэтому віддихати времени нету. Надо готовиться к новому сезону, потому что первая часть чемпионата показала, она была провальная из-за того, что как бы все с чистого листа мы начинали. Поэтому, что в этом сезоне такого не было. Надо работать, работать и еще раз работать. Как игрокам, тренерам, так и всему руководству, и всему персоналу. Працювати ще більше, так? Да. І як ситуація з тими гравцями, з якими нещодавно підписали контракт? Чи вони залишаються в клубі? Ну, это вы имеете в виду, который мы подписали в межсезонье? Так. Ну, мы с ними подписывали контракт на полтора года. То есть еще на целый сезон они у нас подписаны. И... Тобто побачимо їх і в наступних матчах, конечно, так? Конечно. Взагалі, чи є в планах ще поповнення команди? Да, да, да. Ми ведемо переговори, ми просматриваємо зараз футболістів, вот, будемо укомплектовуватися. Вот, ми будемо зараз укомплектовуватися своїми випускниками. У нас зараз в цьому році випустився 2000-й рік. Ну і плюс ребята, у яких закінчились контракти в цьому році, переписали їх заново. Вот. Приятно то, что мы какое-то было переживание, захотят, не захотят, но оказалось, что ребята тоже переживали или в клуб захочет с ними подписать контракт. Это приятно, потому что мы создаем не просто клуб, а клубную подольскую семью. Вот. И это показывает их самоотдача на футбольном поле. И я думаю, болельщики подтвердят мои слова, ну, ребята, бойцы, которые... за свой родной город, за свою команду родную не отдадуть ні міліметра футбольного поля. Своїх гравців не плануєте комусь віддати в інші клуби? Були такі пропозиції, можливо? Да, очень много, очень много, но рано ще. Вони ще сирі, і якщо є ті предложення, то це предложення від клубів першої ліги, а ми в наших ребятах видим большой потенціал. И этот рост, мы хотим дать им рост, никто их не будет держать руками за руки, за ноги. Вот, мы им дадим этот рост, но когда это им будет нужно. Потому что ребята молодые, психология, они могут еще пропасть в какой-то команде высшего ранга, могут просто пропасть, их не будет видно. А сегодня они играют в команде
второй лиги, которая боролась за выживание, и в то же время имеем мы на сегодняшний день от 14 до 17 предложений от клубов высшего класса. Знаємо цікаві пропозиції до Алішера Якубова, і під час сезону бачили, що його хотіли забрати, так? Да, да. Це хороший дуже парень, капітан нашої команди, лідер. Вот, поэтому понятно, почему им так интересуется. Вот. Сейчас вот он приехал со сборов на чемпионат мира со сборной Украины по студентам на спартакиаду в Тайване. Вот. И никто его тоже, передерживать его никто не будет. Если будет на него хорошее предложение с клуба премьер-лиги, мы, естественно, дадим парню личный рост, чтобы он шел дальше и доказывал это. Он на это способен, и я в него верю. Отже, повернемося до Поділля. Знаємо, в наступному, в новому сезоні буде представляти команда Хмельниччину в професійній другій лізі. А давайте пригадаємо, як це починалося. Чому, власне, вирішили створити таку команду? Яку мету мали? Ну, начиналось все очень давно, ну как давно, 7 лет назад, когда мы взяли детско-юношеский футбольный клуб «Подолье», начали развивать его. И когда пришло время, мы поняли, что у нас начинают ребята под выпуск уходить в детско-юношеские футбольные клубы, которые имеют команду мастеров, потому что под выпуски уже дети думают, как им дальше расти в футболе. Вот. И у нас выпуски стали слабы. И мы поняли, что нужно продолжение, чтобы наши ребята не искали себе работу в своем любимом деле по нашей стране необъятной или за ее пределами, а все-таки находили ее у себя дома. Яке було завдання перед командою? Ми знаємо, що це хлопці, які тільки що грали в юнацькій футбольній лізі. От вони переходять в дорослі, багато суперників старші. Наша команда одна з наймолодших, так? Да. В другій лізі. Вона, якщо забрати Костишина і Колєснікова, це найбільша молода команда за всю історію України в професіональному футболі. Отже, давайте пригадаємо, які завдання ставили перед командою. Ви казали нам одразу, пам'ятаю, перші ваші прес-конференції, що на перші місця, на медалі ви не розраховували. Да, ну, дивилися реально на речі, так? Я так думав тоді, що я смотрю реально. Ну, бачите, і тоді все-таки, може, мій теж молодий максималізм, все-таки я там ставив задачі попасть в десятку. Но я как бы не понимал, о чем говорю в тот момент, потому что я еще с этим до этого момента не сталкивался. На сегодняшний день я уже понимаю, что задачи ставить очень тяжело. Их легко ставить, вернее, но выполнить их тяжело. Вот. Поэтому правильным будет ставить задачу выигрывать каждую игру, а уже к концу чемпионата, в середине чемпионата уже смотреть, на что мы способны. Хотя у нас очень большой потенциал. И самое главное, то, что я всегда говорил перед началом сезона болельщикам, что дайте нам время, потому что команда – это как живой организм. Зародышу надо тоже 9 месяцев, чтобы он вырос, и что тогда его только появляется он на свет. Точно так же с командой. Прошло как раз 9 месяцев, и команда выросла, и об этом говорят не только там местные, скажем, эксперты местного разлива, а об этом говорит и вся Украина, и об этом говорит то, что вот наших ребят хотят видеть клубы, профессиональные клубы. Чи чекали, що прийде така кількість вболівальників на стадіон? Знаємо, рекордна кількість – це більше 6 тисяч, так? Да. Вдома підтримували команду. Ми рассчитывали на це, тому що у нас футбольний все-таки город, у нас люди люблять футбол, и столько лет без профессионального футбола люди соскучились за ним. Но фраза, что мы вернули людей на стадион, чуть не совсем правильная, потому что я посмотрел матчи предыдущих профессиональных клубов, которые перед нами были в городе Хмельницком, никогда не было столько людей. Значит, мы все-таки, ну и если взять анализ, то никогда не было команды, которая была создана на наших местных ребятах. Это всегда были приезжие парни, которые получали здесь зарплату и там через какое-то время уезжали отсюда и забывали, что был такой город. Вот. А тут все-таки мне очень нравится, нету такого, как раньше было, что там мужики сидят, пиво пьют, вот так вот проходил футбол. Сейчас приходят женщины, дети, девушки, ребята молодые, очень много родителей с детьми приходят. Это дает, конечно, еще то, что это ДФК Поділля, очень много наших ребят, которые у нас занимаются, с родителями приходят на футбол посмотреть. Дітки беруть приклад, так вони ж продовження. Ви розумієте, ми от після чемпіонату ми говорили ребятам,
о том, что на них очень большая ответственность. Если раньше наши дети, когда мы покупали форму, они набивали номера Месси, Рональдо, то на сегодняшний день наши дети набивают 88-й номер Якубова, набивают 14-й Макарченко, 22-й Музычук и так далее. То есть они уже являются для наших детей, являются таким божеством. Это может не так грубо сказано, но в футболе оно так и есть. Вот если вы посмотрите на эти глазки детей, вот когда там Степаненко забил такой сумасшедший гол, который стал вторым за весь чемпионат по красоте, то за воротами стоял наш воспитанник 2003 года, он упал на колени, он радовался больше, чем сам Степаненко. Вот. И поэтому на них очень большая ответственность за вот этих ребят, которые растут, которые смотрят на них. Поэтому мы и дисципліна у нас на самом високому уровні, тому що на них смотрять діти. Заговорили про молодших ваших вихованців. Взагалі, скільки їх зараз в Поділлі? На кого сподіваєтесь? На кого розраховуєте? Вони не цеплята, ми їх не вважаємо. Вот. У нас 12 груп, 12 команд. Із них 4 приймають участь в чемпіонаті України по першій лізі. U17, U16, U15, U14. Также мы принимаем в U19, играем в чемпионате, это пятая команда в чемпионате Украины. Знаем, там играют гравцы, которые в другой лизе, да? Власне, чему вы решили в U19 заявиться? Понимаете, в этом сезоне было всего лишь 3 замены. У нас укомплектованная команда 30 игроков. И получается задействованы в игре 14, потому что 3, только максимально 3 замены, а то и меньше. Вот. И поэтому им надо давать где-то игровую практику. Самая хорошая тренировка для любого футболиста – это игра. Вот. Поэтому чемпионат U19 – это очень хорошая идея для того, чтобы ребята, молодые ребята получали практику. Ни у кого не получилось сделать, как у нас, чтобы молодые ребята сразу заявить их во вторую лигу из чистого листа, и вот все, и остаться, и продолжать, и мы только вперед, и с каждым днем у нас все повышается. Это как требования, так и результаты. Знали ему, что хотели залишити U19, буквально залишався один матч, так? Чому ви решили залишитися и чем побачимо в U19 знову поділі? Да, однозначно увидите, потому мы будем играть в U19. Идея шикарная, просто плохое ее исполнение. Это мы как бы списали на то, что это пробный был чемпионат, люди делают ошибки. Я думаю, что на следующий чемпионат они исправят. Плюс нас уверили, что виновные в том, что происходило, будут наказаны. Вот. В принципе, нас устроило. Потому что сама идея нам очень нужна. Нам надо молодых ребят, вот эта прокладка между детско-юношеской футбольной лигой и профессиональной командой, вот ее надо чем-то забить. Вот это и есть U19. Отже, буквально через місяць ми вже побачимо знову ж таки Поділля на стадіоні Хмельницькому. Да. І бажаємо вам, щоб цей період тренувань він не минув дарма. Будемо чекати нових результатів, нових перемог. Я вам дякую за розмову. Дякую. Це я вам обіцяю. Будемо чекати. Спасибі вам. До побачення. Шановні глядачі, нагадую, сьогодні в гості до нашої студії завітав президент футбольного клубу Поділля Євген Бейдерман. Ми говорили про команду, яка продовжить виступати за нашу область в професійній футбольній лізі. А ми зустрінемося за тиждень. Хай щастить!